Приветствую всех любителей спорта. В эфире телеканала «Беларусь-3» передача «Старты и финиши». В ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали. На коллегии управления спорта и туризма облисполкома подвели итоги 2015 года. Гомельские гандболистки побеждают и готовятся к матчу с БНТУ. Спортсмены из четырех стран приняли участие в турнире Кубок Полесья по кёкушинкан-карате. На коллегии управления спорта и туризма Гомельского облисполкома подвели итоги минувшего года. Решили, как будут работать в нынешнем, а также отметили лучших спортсменов и тренеров. 2015 год передолимпийский, а потому очевидно, что оценивать работу нужно по количеству уже полученных путевок в Рио. Спортсмены Гомельской области добавили в копилку страны 17 лицензий, больше только у представителей столицы. Пропуски на Олимпийские игры завоеваны в 6 видах спорта. 10 принадлежат представителям академической гребли и гребли на байдарках и каноэ. 3 легкоатлетам, 2 тяжелоатлетам. По одной в плавании и велоспорте. Еще ряд лицензий планируется получить в текущем году. Кстати, второе место у нашего региона и по количеству завоеванных на международных соревнованиях наград. С чемпионатов и кубков Европы и мира гомельские спортсмены привезли в 2015-м 155 медалей. 104 из них добыто в олимпийских видах. Говорили во время заседания не только о спорте высоких достижений. Нужно думать на перспективу. Воспитание резерва – залог будущих побед. Здесь есть над чем работать. Это и укрепление материально-технической базы детских спортивных школ и повышение квалификации тренерского состава. Особое внимание небольшим населенным пунктам. Мы будем ставить сегодня приоритеты, мы будем сегодня ставить непосредственно на регионы, на сельские школы и будем максимально делать все, чтобы база там материально укреплялась и чтобы специалисты туда приходили. Ну и для того, чтобы календарь спортмероприятий был у ребят полон, для того, чтобы они могли максимально принимать участие в тех стартах, которые запланированы. По итогам 2015 года лучшим тренером Беларуси признали наставника национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ Владимира Шантаровича. Спортсмен года – речицкий велогонщик Василий Кириенко. Лучшей командой страны признали женскую байдарку-четверку в составе Ольги Худенко, Маргариты Махневой, Надежды Лепешко и Марины Литвинчук. Девушки завоевали золото на чемпионате мира в Милане на дистанции 500 метров. Команда в полном составе присутствовала на торжественной церемонии, во время которой спортсменам и тренерам вручали стипендии, премии Гомельского облсполкома. Для Марины Литвинчук год был весьма успешным. Медальный багаж более чем внушительный. По 3 золота чемпионатов мира и Европы, 4 медали высшей пробы на первых европейских играх. Однако сама спортсменка высшую оценку себе поставить не может. Год, да, был действительно очень успешный, но я бы его оценила, может быть, даже 8 где-то твердую поставила, потому что были неудачи в двойке у нас на 500 метров, поэтому немножко где-то огорчили, а так все, что проделали с нашим тренером Геннадием Николаевичем, то все воплотилось в результат. О минувших победах спортсменка уже не думает. Впереди главная цель – Олимпийские игры. Планы – это, конечно же, Олимпийские игры. Ведем именно подготовку к ним. Поэтому будем стараться, ну, работу проделаем. А как работа эта выльется в результат, уже будет видно. Еще одна олимпийская надежда – Евгений Цуркин. Пловец из Гомеля сейчас активно готовится к играм. Он планирует бороться за награды на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем. Не так давно гомельчанин выиграл 3 золота на открытом чемпионате Хорватии по плаванию на дистанциях 100 и 50 метров баттерфляем и 100 вольным стилем. По словам его тренера Анны Букреевой, главные контрольные турниры еще впереди. Основное, конечно, это наш чемпионат, который будет в апреле месяце. Он, конечно, так уже основную часть подготовки. Там уже надо будет оттачивать технику, сужаться для того, чтобы достойно выступить на Олимпиаде. Главная задача, которая стоит перед спортивной гомельщиной в этом году, это, конечно же, завоевание лицензий на предстоящие Олимпийские игры. Летние игры 2016 года пройдут с 5 по 21 августа в бразильском Рио-де-Жанейро. Это будут первые игры, проходящие в Южной Америке. Будет разыграно рекордное количество комплектов медалей – 306. На часть из них будут претендовать и гомельские спортсмены.
На данный момент гомельские спортсмены завоевали 17 лицензий в 6 видах спорта. Абсолютно точно в Рио будут представители нашей гребли на байдарках и каноэ, академической гребли, легкой и тяжелой атлетики, велоспорта и плавания. Чисто теоретически на попадание в олимпийскую сборную претендуют еще 4 десятка атлетов. Шансы у всех разные, у кого-то они достаточно ощутимые. В 2016 году будет продолжена борьба за получение лицензий. Значит, в первую очередь это борьба вольно. У нас Мамашук Мария, борьба греко-римская Хамзатов Джавид, велоспорт Сенцов Константин, современная пятиборье Орел Екатерина, ну и по другим видам спорта. Есть еще надежда получить лицензии вот по легкой атлетике, это Кравченко Михан у нас, ну и по другим видам спорта. Сражаться за право представлять Беларусь будут и представители вольной борьбы. Больше всего шансов у Марии Мамашук, ученицы прославленного Сергея Смаля, серебряного призера Олимпийских игр по вольной борьбе. На чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе львиную часть путевок разыграли, но шансы попасть на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро у Марии еще есть. Нужно выиграть первый отборочный турнир и готовиться к Олимпийским играм. Первое-второе место. Это европейский турнир. Как бы у нас уже на мире две европейки отобрались, но уже будет немного попроще. Вот. Но еще, если вдруг не получится на этом, еще есть два турнира мировых, там тоже первое-второе место. Но они все сжаты, сроки такие, там 4-5 дней между ними. Так что лучше брать на первом и отдыхать, и готовиться потом к Олимпийским играм. Не сидят сложа руки и боксеры. Основные претенденты у мужчин – Максим Веслоух и Александр Калеев. У женщин за шанс представлять страну в Рио будут бороться Яна Бурим и Виктория Кебикова. Основные турниры – это у нас лицензионные, где будут разыгрываться лицензии именно на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Первый турнир в апреле месяце в Турции, второй турнир в июне месяце в Азербайджане, где уже завоевали место в составе наши женщины. Мы надеемся на то, что они подойдут в своей наилучшей форме и особенно, конечно же, без травм. Ну и также в супертяжелом весе Александр Калеев и Максим Веслоух. Оба атлета уже успели проявить себя в этом сезоне на турнире Ливенцева. Особенно Максим Веслоух, где он провел 4 боя, дошел до финала, отбоксировал с сильнейшими боксерами из Европы, то есть там было и из Азербайджана, и из Казахстана, вот, и занял в финале в равном бою, проиграл боксеру из Узбекистана. Все покажет ринг. Конкуренция довольно высока. Впрочем, касается это любого олимпийского вида спорта. Хотя не секрет, что есть виды, в которых наши спортсмены смотрятся более выигрышно. Традиционно в Гомельской области у нас представлена, как правило, это гребля академическая и гребля на байдарках и каноэ. Это. И на сегодняшний день, ну вот самыми перспективными, наверное, спортсменами на завоевание медали это наверное, вот кандидаты, спортсмены на Олимпийские игры именно вот по этой категории спорта, по гребле. Региональное представительство Национального олимпийского комитета приняло решение об оказании финансовой поддержки ряду спортсменов Гомельской области. А дальше дело за самими атлетами. В ближайшую субботу гомельских любителей гандбола ожидает очередной эпизод принципиального противостояния в женском чемпионате. В город над Сожем приедет БНТУ «БелАЗ». В преддверии этого поединка гомельчанки принимали у себя бобруйскую «Березину». Пополнение, прибывшее в последнее время в стан Гомеля, усилило команду. Руководство не скрывает, что всерьез намеревается прерывать гегемонию БНТУ и завоевать чемпионский титул. Приход Лобач, Ильиной и Лубиной усилил коллектив, удлинил скамейку и дал Томашу Чатуру новые возможности по ротации состава. Уже на самой тренировке можешь играть на двоих ворот. Есть два состава, уже больше. Поэтому команда подняется, просто есть конкуренция на каждом месте. Матч с Березиной доказал, что на втором этапе чемпионата нет проходных игр. Гости начали хорошо, а вот у хозяек мало что получалось как на чужой, так и на своей половине площадки.
В итоге в первом тайме игра шла ровно. И на перерыв команды ушли при счете 13-13. Начало второй половины также проходило в напряженной борьбе. Правда, гомельчанки начали немного отрываться в счете. До середины тайма Березина еще держалась, а вот на концовку силу гостей, явно испытывающих кадровые проблемы, просто не хватило. Тут гомельчанки своего не упустили, уверенно победив 32-21. Этот матч был репетицией перед действительно серьезным сражением. В субботу в Гомель приедет БНТУ. Наша команда рассчитывает поквитаться за недавнее поражение в Минске. Я могу сказать, БНТУ команда есть фаворит в этой игре в субботу. Но просто мы будем играть немножко спокойно, чем были в Минске. Девушки, по моему видению, поднялись в квалитете, в игре сами, в защите и в нападении. И надеемся на хороший результат. Спортсмены из Беларуси, России, Украины и Казахстана приняли участие в турнире Кубок Полесья по киокушинкан карате. Соревнования проводились как среди взрослых, так и юниоров возрастом от 12 до 17 лет. На турнире бойцы проверяли свои силы перед более серьезными стартами. В апреле в Сербии состоится чемпионат Европы по киокушину. Трое гомельчан претендуют на поездку на турнир. Это просто проверка сил. Мы смотрим на форму уже бойцов. Украинцы и россияне тоже готовятся к чемпионату Европы. И на Кубок Полесья приехали с целью обкатать бойцов. К тому же не лишним будет еще раз встретиться на татами с потенциальными соперниками на континентальном первенстве. Соревнования эти для нас являются подготовительным этапом. Мы готовимся на чемпионат Европы. Вот. И не могли не приехать, потому что как бы знаем, что и в Беларуси, и в Украине есть сильные бойцы. Поэтому лишний раз набраться опыта. Тактически как бы мы так и подошли, чтобы именно смотреть, попробовать как бы свою тактику, увидеть будущих соперников, да, и, соответственно, сделать все, чтобы победить. Если украинцы и россияне – обычные гости на гомельских турнирах по киокушину, то делегация из Казахстана в город над Сожем приехала впервые. Большой ее назвать нельзя, всего один спортсмен. Приемом и уровнем соревнований гости остались довольны и в следующий раз приедут в более широком составе. Нас тепло приняли, мы очень рады, что приехали к вам. Думаю, что это не первый и последний раз, что думаю, что наши взаимоотношения будут выгодными. Будем ездить они к нам, и мы к вам. И думаю, что это только начало нашим отношениям. Отметим, что в Казахстане с выбором единственного представителя не ошиблись. Данияр Капасов стал победителем турнира. В активе представителей Гомельской области 3 первых места. В категории мужчин победили Радомир Агеев и Алексей Корочкин. Среди юниоров в своей весовой категории сильнейшим был Егор Иванов. Кроме того, гомельчане выиграли 4 серебряные и 7 бронзовых медалей. И на сегодня о спорте все. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи!